Всем привет! В январе 2021 года было уже 3 года со дня ухода певицы Людмилы Сенчиной, которая долгое время боролась с раком поджелудочной железы. Несмотря на годы, памятника звезде эстрады так и не поставили. Известно, что сразу после случившегося родственники избавились от питерской квартиры певицы, а сейчас продают дом в поселке Солнечное, цена которого составляет примерно 50 миллионов рублей. По словам мужа певицы Владимира Андреева, продать недвижимость они решили вместе с пасынком Вячеславом Тимошиным, который живет сейчас в Таиланде. При этом актер Семен Стругачев, друг артистки, отметил, что у родни звезды финансовые трудности. Именно поэтому они не могут установить памятник Людмиле Сенчиной. «Людмила всегда много работала, но все быстро тратилось», — заявил он. По словам Стругачева, супруг сильно любил певицу, носил ее на руках, а когда артистки не стало, он год не выходил из дома и сам едва не слег. Отметим, Сенчины не стало 25 января 2018 года. Последние 1,5 года она пыталась бороться с раком, но болезнь оказалась сильнее. Певица не стала в возрасте 67 лет. Напомним, еще в прошлом году журналисты обратили внимание на то, что спустя 3 года знаменитой советской певице так и не появился памятник. Сейчас наследник исполнительницы живет в Таиланде. В Россию Вячеслав, кажется, не собирается. Стругачев предположил, что муж Людмилы Петровны не может без согласия пасынка установить памятник. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!